Game on. Всем привет, друзья! С вами ММА. Сегодня будет соло ШД охоточка. Но эта охоточка еще будет заключаться в небольшом тесте. Сейчас, обычно, когда я играю даже на больших кубасах, мне как бы плевать на кубки. Сейчас я попытаюсь играть против тиммеров. Может, кого-то найти в напарнике, там, чтобы спину прикрывали с другой стороны. И ключевая задача будет это. Попытаемся добить 32 ранг соло ШДшки. Особо там ни тимись, ни крыся и так далее. Вот играть достойно, ну и посмотрим, вообще это реально сделать или нет. Перед началом обязательно закидывайте лайк, без вас это не получится по-любому. Подрубайте код ММА, спасибо большое всем, кто поддержит. И залетайте в телегу, подписывайтесь на канал. Кстати, если много лайков накидать, я постараюсь следующую серию сделать дуо ШД с очень топовым гостем. Обещаю вам, конечно, отчасти не от меня зависит, но все-таки сделаю все, что смогу. Из тех моментов, что как бы... мне подвластны, поэтому будем начинать. Надеюсь, получу подбор сразу. Так, карта вообще открытая для дальников. Правда, проблема, что вообще мало банок. Ты в себя поверишь, что ли? Я тебе сейчас пару тык еще дам. И все. Забирай, на. Бум, чё за пики? Ну, Гром может не агрить. Пусть он там собирает свои банки, пусть свои делами занимается. Вот этих можно гасить. Мы же на топ идем. У нас есть один надежный тиммейт, который иногда мне... Дай одну. Спасибо. Лайк тебе. Окей. Осталось 5 человек. И там эта Мэг, она... на робота накопила. Ладно. Пусть. Че, все поверил, а? Блин, ну там спайк прикрывает, да? Блин, а вот сейчас засада. Блин, урон, ну где ж ты был? Там чел такой лоу, он просто жесть. И чё я вылетел, и чё получил? Блин, минус 2. Надо было все просто в размен идти и забирать его, и всё. Не надо было уже пытаться жизнь спасти. Ладно. Короче, там проблема была в том, что того типа Гром начал гасить. Блин, Нотис это вообще, это... чел ульту даст, и всё. Риснули, ну ладно, за баночки зарубились чисто. А стоп! А где эта банка? Или та? Я чуть не понял. Он что ли подошел вот сюда прямо и забрал? Что за бред? Как он это успел сделать? Ну как ты достал, а? Как ты достал на таком расстоянии? Долбаная пчела, блин. Опять проклятие этот. Минус 2. Все, минус все кубки.
Ладно. Я не знаю, как-то надо выйти. Если сейчас еще раз пятое место получаю, то это точно какое-то проклятие на минус 2. Че, мы кильнули Отиса, кильнули Джина и просто на минус 2 отлетели. Офигеть, что делать? Найс. Сколько? 85 хп. Понимаю. Чел с перезарядкой играет, просто идет на all-in. Я не знаю, какие у него кабас, но играл как будто 700. Просто нечего терять, просто забрать банку и все. Все, народ. Шутки закончились. Я выключаю режим А-покупков теперь. Вот кто там? Это пчелки, да, были ключевые. Вот пару моментов. Именно из-за пчелок я вылетал. Ну и джины. Так что держитесь, ребят. Мне уже на кубки плевать. И бас сразу из ниоткуда. Тут как ни возьмись. Берется базик, на которого ты глазами отвлекаешься. Ну пофиг, серьезно. Я сказал, что пофиг, значит пофиг. Погнали. Пусть я буду хоть первым сейчас постоянно вылетать. А, хотя вот джин. Сидит такой, фармит баночки. Первый джин. Хоть одну пчелу вижу, сразу залетаю. Вот на мужика. Вот просто увижу пчелу. Ну, Макс тоже, конечно, были, но... Офигеть, а тут нету. Джанетка тогда гасила, но не прям... Ну, полный бред. Давай, давай, Макс. Тебе больше всех надо. Домой. Что-то там полез, домой, все. Любой, кто лезет, сразу летит домой. Ну, вместе со мной, конечно, я тоже отлетаю. Все, играем только по одному правилу. Ну, пока не надо есть, конечно. Вижу пчелу, кто-то из нас отправляется домой. Вижу джина, кто-то из нас отправляется домой. Любой, кто из них помогает, тоже. Либо я, либо вместе отправляемся домой. Так что, играем по таким правилам, погнали. И мы там просто тычку одну дам, чтобы... У меня ульта поближе была. Вижу пчелу. Крысы, я вас не стрелял. И сразу убегает. Я чё говорил? Блин, ну с угла дает. Ну, вот кто лезет, сразу отправляется домой. И мы сейчас будем так же продолжать. Короче, подборы стали очень долгие, но так как мне терять нечего, у меня 5% зарядки. Играем до упора. Вот в катке вырубится, пусть вырубается. Пофиг уже. Уже стало плевать на кубки. Погнали. Но это не то чтобы тильт, это скорее всего... Хотя, может, я так скажу, да, в ролике, потому что изначально как бы другая цель была. Но я вижу джина. Вижу джина, кто-то из нас отправляется домой. Вижу пчелу, кто-то из нас сразу отправляется домой. И увижу Пайпер, тоже кто-то из нас отправится домой, по возможности. Здесь трех тык работает, куда лезть? Максюш тоже начали напрягать потихонечку.
просто толпой бегают, что это такое? Ну ладно, тут уже особо выбора не было, но наша основная цель была исполнена. Мы ее исполнили должным образом. Окей. У меня 3% батарейки, может быть, пока был подбор, уже было меньше. Справьте, да, чуть-чуть банчу заберу у тебя, братишка. От одной Бонни убежал, прибежал другая. Кстати, с этой Бонни впервые Бонни вижу. Офигеть, он еще пчелок наказывает. Погнали, найдем его и поможем ему. Если, конечно, батарейка не сядет. Забирай, забирай. Блин, братишка, я отомщу! Я не знаю, сколько я там пережил. Ну, хотя бы Максу наказали. Ну, конечно, пережить бита не получилось, потому что он что-то буйно назойливый был. Но, в общем, надеюсь, вам этот ролик понравился. Что у нас? 1%. Печально, что мы не добили 32 ранг. Ну, а в целом пофиг, было весело. Поэтому будем на это подводить итоги. С вами был Ма. Как-нибудь потом добью. Всем удачи и всем пока.